Спасибо. Так, Иван Тимофеев. Владимир Владимирович, добрый вечер. Иван Тимофеев, Валдайский клуб. Вопрос у меня следующий. В отношении России за последний год введено беспрецедентное число санкций. Вы упоминали заморозку наших резервов в Европе на 300 миллиардов. К этому можно еще добавить на десятки миллиардов заморозку собственности наших граждан и наших организаций. Кстати, там планируют конфисковать эту собственность, сейчас разрабатывают соответствующие механизмы. Ну и помимо этого много всего еще, и финансовые ограничения, запреты на поставки в Россию товаров, технологий, запреты на поставки нашей нефти, манипуляции с газом и так далее, и так далее. Мы все это хорошо знаем, и вы это упоминали в своем выступлении. Ожидалось, что наша экономика этого не выдержит. Она выдержала. Во многом это произошло потому, что экономика остается рыночной. Она остается гибкой, она остается адаптивной. Бизнес ищет новые рынки сбыта. Там, где это возможно, ищет пути импортозамещения. Правительство делает целый ряд шагов для того, чтобы бизнесу помогать. Но с учетом экстремальных условий внешнеполитических и тех самых санкций, может быть, настало время пойти по пути дальнейшего дерегулирования экономики. Вы упоминали децентрализацию, сократить число проверок, сократить регуляторную нагрузку. Я был бы очень рад услышать ваше мнение по этому вопросу. Это связано, это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить эти количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Значит, вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. И мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год. Значит, что касается регуляторики, да, то вот эта гильотина административная, как мы говорили, она привела к тому, что свыше, по-моему, там, тысячи актов отменены, а на их место пришло, по-моему, где-то меньше 500 новых. Надеюсь, современных. Там 400 с чем-то новых актов, регулирующих хозяйственную деятельность. Вот поэтому будем и дальше по этому пути идти. Конечно, за исключением тех видов производства, которые связаны с известными рисками для потребителей. Ну, это, мне кажется, для всех понятно. Но и здесь постараемся строить работу таким образом, чтобы эти все регуляторные функции, проверки, они носили точечный характер, не мешали бы работе предприятий, бизнеса в целом. Вы правы абсолютно. В ответ на всевозможные ограничения, которые вводятся в отношении России и ее экономики, вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено обрушить российскую экономику. Это не получилось. Да, она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой. Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления, виды деятельности, те предприятия, значит, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые еще совсем недавно, казалось, не могут существовать без западного присутствия. Легко, практически по всем направлениям. Да, мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода, мы понимаем, что мы не можем все производить. Но вы знаете, как я сегодня с утра еще с некоторыми коллегами разговаривал, перед тем, как к вам приехать, естественно, я же со всеми там переговорил в правительстве, в Центральном банке, значит, в администрации. Все-таки наши эксперты считают, что вот пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки
поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, на более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть в том числе, а может быть прежде всего, разбюрокрачивание и работа бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности. Так, Александр Андреевич, вас не обойдешь. Владимир Владимирович, очень часто иностранцы спрашивают нас, ну что вы России можете предложить сегодняшнему миру? Где ваши Нобелевские лауреаты? Где ваши великие открытия, индустриальные, научные открытия? Мои коллеги часто отвечают, что ну как же, а великая русская культура, а Пушкин, а Рублев, а иконопись, а дивная русская архитектура. Но они говорят, ну все это ведь в прошлом, а сегодня? И вот когда я сегодня слушал вас, мне открылось, что может Россия предложить сегодняшнему миру. Россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости, потому что эта религия, это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву. Она, по существу, одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведет эту борьбу за справедливость. Это огромный вклад сегодняшней России вот в контекст мировой цивилизации, мировой культуры. Потому что даже вот те прежние традиционные ценности, о которых мы говорили, и тот же Рублев, русская иконопись, и та же восхитительная русская архитектура, новгородско-псковская, и изумительный золотой серебряный век, все они говорили о справедливости. В недрах русской цивилизации лежит справедливость. Так вот, может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию религией справедливости? У нас 4 традиционных конфессии, нам достаточно. 5-я будет. Вот, это первое. Это шутка, конечно. Значит, по поводу того, чтобы что-то сделать, вы знаете, значит, я слежу за вашими работами, за вашим творчеством, когда время есть, с удовольствием читаю то, что вы пишете, говорите. Конечно, я знаю, что вы такой настоящий российский патриот в самом добром, хорошем, широком смысле этого слова. Вот. Нужно ли нам что-то специально кому-то презентовать? Вот в этом я не уверен. Вы знаете что? Ведь вы сейчас сказали о том, что мы там жертвуем чем-то в интересах многих других народов. Я вот здесь с вами поспорю. Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах. Это прежде всего укрепление финансового, экономического суверенитета. Оно будет будет основой, фундаментом для нашего будущего развития. Технологического, образовательного, научного. То, что есть там или нет Нобелевские лауреаты, значит, вот Алферов свое изобретение сделал когда? Значит, через там 30 лет или сколько ему дали Нобелевский лауреат. Ну, разве дело в этом? Вот бывшему президенту Соединенных Штатов дали, значит, Нобелевский лауреат. Ну, это что, показатель каких-то достижений? При всем уважении и к Нобелевскому комитету, и к обладателю, значит, этой замечательной Нобелевской премии. Разве только в этом показатель состоит? Значит, наука развивается. Мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы сделаем это. У нас сегодня происходит существенное, заметное обновление научных кадров. У нас наука становится одной из самых молодых в мире.
Да, конечно, те же Штаты, имея в виду свои конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы, там как пылесосом вытаскивает все со всего мира, в том числе научные кадры и творческие. Это понятно. Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар, как на мировую валюту. А это тоже будет происходить. Происходит уже сегодня. Вот, понимаете, и вот то, что мы делаем, оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Но вот западные наши так называемые партнеры все делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить ее как-то, проигнорировать ее интересы. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и прямо скажем так, мужественно, вот сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах российские флаги. Сейчас. В Латинской Америке то же самое происходит. В Азии у нас очень много друзей. И нам ничего не нужно никому навязывать. Просто очень многие люди, и политические деятели, и рядовые граждане, они устали жить в условиях какого-то внешнего диктата. Все уже надоело. И когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться. Владимир Владимирович, сейчас про науку много говорили в этот раз. На мой взгляд, была одна из самых интересных сессий как раз о том, как в этих условиях развивать науку и технологии. Поэтому я, вот Руслан Юнусов сидит в зале, как раз очень интересную нам картину нарисовал. Спасибо. Я представляю сегодня Росатом и Валдайский клуб. Владимир Владимирович, вот вы действительно сказали про науку правильные слова. Мы видим, что за последние 20 лет поддержка науки серьезно в России выросла. Вот программа мегагрантов позволила запустить много десятков современных лабораторий в России, мы это видим. Однако, с другой стороны, что мы видим, вот как ученые? Мы видим, что большинство профессоров, которые открывали эти лаборатории, так и не приехали жить в Россию и работать на полной ставке. И можно даже понять, почему тяжело конкурировать. Тут у тебя мегагрант на 5 лет, а тут у тебя профессорская позиция пожизненная. Это действительно вопрос. А с другой стороны, действительно, мы вчера обсуждали на сессии, китайские коллеги за последние 20 лет совершили действительно колоссальный рывок в науке. И сегодня они занимают, не просто вернули ученых, они их вернули, они занимают первые места во многих направлениях. Вот мы занимаемся квантами, и я вижу, что, я хочу сказать, что мы знаем, что самый мощный квантовый компьютер сегодня находится в Китае, а не в США. Максимальное количество патентов публикуется в квантах Китаем, а не США. Ну, с другой стороны, конечно, в России мы тоже имеем программы, которые объединяют множество лабораторий, тот же самый квантовый проект, квантовый компьютер, это 20 научных групп, 15 вузов, университетов, институтов Академии наук. Но у нас 5 лет планирования. Я вот думаю, сегодня мы столкнулись с усилением давления. У нас действительно вызов научно-технологическому суверенитету. И, может быть, это самое правильное время начать формулировать стратегические проекты и горизонт сделать 10-20 лет. Спасибо. Да, чем выше горизонт, тем лучше, чем дальше горизонт, тем лучше, это я с вами согласен. Надо посмотреть на положительные примеры других стран, наших друзей, партнеров, в том числе Китайской Народной Республики. Там очень многое сделано за последние годы под руководством председателя Си Цзиньпиня. Он этому уделяет большое внимание, не только развитию науки, но Китая в целом, экономике Китая, повышению уровня благосостояния китайского народа. Я это знаю, мы с ним в хороших дружеских отношениях. Вот. И то, где они добиваются реальных результатов, конечно, может быть предметом нашего изучения и внедрения в нашу практику. Что касается мегагрантов, то они действительно сыграли хорошую положительную роль. И следующий этап, который мы сейчас реализуем, это не просто исследование и создание отдельных лабораторий, это создание
научных сообществ молодых ученых. И в этом, собственно говоря, будущее этих мегагрантов. Я согласен с теми, кто инициировал этот процесс. Мы это делаем. Да, Андрей Александрович? Вот, значит, и будем продолжать это делать. Вы сказали, что никто не приехал. Некоторые приезжают и работают здесь. И даже формально числятся где-то там за границей. Большую часть времени проводят в России. Таких немало. Это и наши бывшие соотечественники, и не только бывшие, а соотечественники, которые там где-то числятся на работе, но приезжают работать к нам постоянно. Вы знаете, мир науки, так же как мир искусства, он не терпит искусственных границ и ограничений. Люди должны чувствовать себя свободно, и мы не будем никого здесь запирать. Но мы будем приветствовать всех, кто хочет работать в России. В целом у нас это получается, и мы будем дальше идти по этому же пути. Увеличить горизонты планирования. Ну, наверное, вы правы. Хотя у нас сколько, на 5 лет сейчас мегагранты, да? Ну, можно, конечно, их и продлить. Это вопросы, конечно, связанные с бюджетным финансированием. Но это можно сделать. Во всяком случае, сегодня мы можем расширить эти горизонты. Хотя вот то, что вы сказали по поводу того, что где-то там человек работает, занимает какую-то должность профессорскую, и это пожизненно, далеко не везде. Почему? Вы же сами ученые, вы знаете, там контракты заключили на несколько лет, контракт закончится, до свидания, будь здоров. Поэтому там тоже это все не на всю жизнь. А вот жить в пространстве своего родного языка, своей культуры, это на всю жизнь. Поэтому эта свобода выбора должна быть предоставлена и детям культуры, и научным деятелям. Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это непростой процесс. Мы идем по этому пути, добиваемся результатов и будем дальше по нему двигаться. В том числе, наверное, вы правы, и расширять горизонт планирования. Так, Ван Вэнь. Thank you. My name is Wang Wen, a professor from Chongyang Institute, Renmin University of China. Actually, this time I'm visited Russia more than 20 cities, and I wrote a lot of articles to tell Chinese people a real Russia, because in China there are a lot of people, they care about Russia, and especially they care about you, your safety. And so my question is that, because I know you maybe will have a lot of pressure and a burden. And do you feel scared or nervous or anxiety, especially under the threat from the West? And so did you create a new Russia or Russia destiny create you? So I think that the second question is that what do you want to say to Chinese people, and what's your comments on the past 10 years Russia and China relationship, and what's your predictions and expectations on the future of Russia and China relationship? Thank you so much. Я, когда я работаю, никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Вот это самое главное. И в этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, она формирует любого человека, в том числе и меня, конечно, это так. Что касается, что мы должны кого-то бояться. Конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал: боюсь. Но если бы всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю.
и буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны. Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнер. Мы работаем практически, ну не практически, а действительно во всех сферах. И в военной сфере учения постоянно совместно проводим. В военно-технической сфере. Причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было. Мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия. И в области экономики, конечно. Ну, самый большой товарооборот России – это с Китаем. И он растет. Причем растет очень быстрыми темпами. И темпы это были набраны еще до всяких ограничений и распределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом. Он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпинем. По определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем. Мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали. Что касается нашего отношения к Китаю, ну, мы относимся как к близкому другу Китая, к китайскому народу, с большим уважением к его культуре и к его традициям. И уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперед. Владимир Владимирович, по поводу страхов, вот профессор Ван сказал, в этом году, когда с весны еще как-то вот ядерный фактор возник, и вы так указывали на его наличие, и вообще очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. Понятно. Спасибо. Мухаммед Иксан, пожалуйста. Professor Mohammed Ehsan from Kurdistan region of Iraq. I'm so glad to be here, Mr. President, really. I have one direct question for you. The topic of the session is post-hegemonic world justice and security for everybody. Do you think at this stage, Kurds in four parts of Kurdistan, they are going to have more, better security and more justice for their future? If you don't mind to elaborate more. And as you mentioned that in Central America and in Africa, Russian flag is everywhere. You have people who loves and who support Russia. Be sure also in Middle East you have a lot of supporters and a lot of lovers for Russia and mainly for President Putin. Thank you. Спасибо за завершающую часть вашего выступления. Флаги присутствуют и в европейских странах, и в Штатах, кстати говоря, тоже. Там у нас много сторонников. Кстати, в Соединенных Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей. И они с нами, мы знаем об этом. Что касается курдов, я уже говорил, не примитивно к курдам, а в целом ко всем народам. Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов. Только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. В том числе это касается и судьбы курдского народа. Так, прошу дальше. Вот господин Старыш, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Ага. Спасибо. Добрый вечер. Константин Старыш, Республика Молдова. Я
представляю парламентскую оппозицию, разумеется, оппозицию, поскольку ну, наша власть на беду нашей страны и нашего народа пока предпочитает какие-то иные маршруты для своих зарубежных поездок. В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе почти полностью. Но речь не об этом. У меня есть вопрос, но сначала поручение. Вы так хорошо, Владимир Владимирович, говорили о своей семье, что я рискну. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гавриила из Кишинева. Теперь вопрос. Вы в своем выступлении говорили о неизбежности появления новых моделей взаимодействий между странами и регионами. Может быть, в этом контексте имеет смысл вернуться к той идее, которую вы озвучили еще в 2001 году, о едином экономическом, гуманитарном, культурном пространстве, которое будет тянуться от Владивостока до Лиссабона. Для нас, молдаван разных национальностей, такая постановка вопроса очень бы устроила, поскольку нам всегда очень трудно выбирать между добром и добром, между Европой и Россией. И для нас это был бы очень перспективный проект, и как бы и свет в конце туннеля. Но возможно ли это в том мире, который мы собираемся построить, в мире постконфликтном, в мире, в котором уже не будет гегемона, глобального полицейского и доминирующей державы. Благодарю вас. Возможно ли создание единого пространства, гуманитарного, экономического, да и региона с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней. Это же не наша идея, это идея, правда, тогда говорили до Урала, это я же потом трансформировал эту идею французских наших коллег и бывших французских лидеров до Владивостока. Почему? Потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это же самое главное. Поэтому сегодня, да, сегодня происходят вот эти сложные, тяжелые, трагические события. Но в целом, почему нет? В целом, возможно такое себе представить. Но мне кажется, так или иначе это будет происходить. Я же говорил о Евразии в целом в своем выступлении. Я же говорил о Евразии в целом, включая и эту европейскую часть. Вы знаете только, что очень важно? Очень важно, чтобы, действительно, хочу опять вернуться к своему выступлению, чтобы вот эта европейская часть вернула себе правосубъектность. Вот, ну это же, ну как разговаривать с тем или другим партнером, если он ничего не решает? И по каждому поводу должен позвонить в Вашингтонский обком и спросить, что можно сделать, а что нельзя. Ну это же по факту жизни так и происходит. Я помню очень такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались. Ну приехал один из лидеров. Вот я с ним встречаюсь. Договорились, что мы будем делать. Как мы будем делать? Конкретно вот это сделали. От нас из Москвы полетел в Вашингтон. Вернулся в Париж. Все забыто. Как будто и не было никаких договоренностей. Ну как разговаривать? О чем? А там конкретные были прямо договоренности. Вплоть до того, куда там флот подвинется, что мы будем делать, как мы согласуем. Мы против, что ли? Мы за и согласились. Договорились. Ну, а как разговаривать-то? Ну, что тогда с ними разговаривать? Тогда лучше прямо звонить в Вашингтон. Вот и все. Я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? Конечно, Европа защищает свои интересы, там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон взорвали газопроводные системы. Это же не наши. Они общеевропейские. Там в Северном потоке 1 5 европейских компаний представлены. Ну и что? Все молчат. Как будто так и надо. Еще
хватает наглости еще там показывать. А может, это Россия взорвала? Сама себя взорвала Россия? Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это. Вот опубликовал же, по-моему, «Газпром» даже снимки 2016 года, когда под газопроводной системой лежит американского, по-моему, производства взрывное устройство. Сказали, что потеряли в ходе учения. Ну, и потеряли так, что прямо под газопроводную трубу значит, зашло это взрывное устройство, которое, по-моему, было предназначено для уничтожения подводных мин. Слушайте, ну прям вот фотографии. Нет, ведь мировые СМИ даже не транслируют это. Никто не повторяет. Все это умирает на корню. Нигде нет. Ни в интернете, ни в телевизионных экранах. Ничего нет. Это тоже использование монополии в средствах массовой информации для того, чтобы продвигать нужную информацию и убивать все, что им мешает. Но это же есть. Ну, вот все молчат. Вот поэтому, конечно, нужно создавать это единое пространство во всех смыслах от Лиссабона до Владивостока. Но это можно делать только с теми, кто имеет право голоса. Я не хочу ничего не провоцировать, ничего никого обижать. Но это такая практика, такова реальная реалии жизни сегодняшней. Вот. Но это, тем не менее, на мой взгляд, в исторической перспективе это возможно. Я уже упоминал об этом, сейчас еще раз скажу. Мне когда-то Гельмут Коль сказал, что вот Штаты займутся когда-то своими делами, в том числе там, в Латинской Америке. Азия будет мощно развиваться своим путем. Если европейская цивилизация хочет сохраниться как центр, какой-то мировой центр, то, конечно, нужно быть с Россией. Вот такова была позиция Гельмута Коля. Сегодняшнее руководство Федеративной Республики, видимо, придерживается других взглядов. Но это выбор европейских стран. Но я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас там в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Ну, да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия, понимаете? Это, помните, как в известном фильме? Да? А эту церковь там... Часовню. Часовню какого-то там, 12 или какого века. Тоже мы разрушили. Но, слава богу, нет. Значит, но вот хочу вас проинформировать. И это то, что я скажу, что называется чистая правда. Мы когда вели переговоры с представителями правительства Молдовы по поводу поставок газа, по поводу цен на газ, «Газпром» занял абсолютно прагматичную рыночную позицию по контракту с Молдовой на поставки газа, природного газа. Значит, молдавская сторона не согласилась с позицией «Газпрома» и настаивала на ценовых преференциях. «Газпром» уперся. Значит, потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему, цены, хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если не платить не смогут. Какой в этом смысл? Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению. «Газпром» пошел навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдовских условиях. На условиях молдавской стороны, молдавского правительства. Там много деталей, я просто не хочу утомлять аудиторию, потому что кроме вас это никому не интересно. Ну, там связано с долгами, связано с текущими платежами, с предоплатой определенной. Но в целом по ценовым параметрам,
полностью пошли навстречу молдавской стороне. Ну, платить надо, конечно. Но это же само по себе, мне кажется, очевидным является. Почему дело довели до того, что света нет в Молдове? Ну, это уж, извините, это не наша проблема. Владимир Владимирович, вы вот про Европу вспомнили. Месяца два назад был такой интересный, или даже меньше, интересный эпизод, когда оказалось, что когда вы незадолго до начала боевых действий разговаривали с президентом Макроном, у него в кабинете сидели журналисты, и по громкой связи все это транслировалось, они все это записывали. Ну, такая несколько необычная форма, ну, ладно. Вот вы к таким вещам, это не первый раз, вы к таким вещам как относитесь? Отрицательно. Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств. Их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом здесь нет ничего предусудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации. Но просто тогда об этом нужно предупреждать. Вот, если ничего не страшно. Вас не предупреждали? Ну, конечно, нет. Наоборот, когда идут там телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат, или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило бы. А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии гость. Thank you. Mr. President, I like your speech so much, because I think your speech really bring the spirit of bring building together, building stronger, something like that, like the tagline for the G20. So we are looking forward to your visit at G20 next month. What I'm going to ask you is about the title. The title today is Post-Hegemonic World, Justice and Security to Everyone. I wonder, because President Sukarno, our president, in 1955 already said that all these security alliances is dangerous to the world. You are in Security Council, China in Security Council. Do you think you and China can just file this issue of, you know, wipe out NATO, AUKUS, the Quad, of five power defense arrangement, everything about it together? Is that possible? Number two, your fans in Indonesia is amazing. Everybody said URA all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Да, с удовольствием. Такой красивой женщины, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. И президент Видодо, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое. И мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на двадцатку. Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Но, может быть, и я поеду, мы пока я подумаю. Вот. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то. В данном случае дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем вот это попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Ну, надо сказать, что
Надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, или для союзников тех же Соединенных Штатов, у которых, как мы знаем, там отбирают контракты на поставку подводных лодок, там еще что-то такое. Просто еще ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Да. Только, please wait the mic. Mr. President, in a post-hegemonic world, what role you expect India to play? Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного ее состояния. Почти 1,5 миллиарда человек и заметные результаты развития вызывают и всеобщее восхищение, и уважение к Индии со стороны всего мира. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей страны, и вот это его тезис «делай в Индии», он имеет значение и экономический, и моральный. Индия сделала огромные шаги в своем развитии. И, конечно, за ней огромное будущее. Индия не только вправе гордиться тем, что это самая крупная демократия, в хорошем смысле этого слова, но и гордиться темпами своего развития. Вот это чрезвычайно важная база, на которой развивается Индия. У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Премьер-министр Моди просил меня увеличить, ну, например, в качестве примера. Ну, во-первых, растет товарооборот в целом. Но в качестве примера премьер-министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, насколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза. Это, значит, почти в 2 раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. У нас продолжаются взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. И премьер-министр Моди тот человек, один из тех людей в мире, который в состоянии проводить независимую внешнюю политику в интересах своего народа. И несмотря ни на какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить, он, знаете, как ледокол, так и движется спокойно в нужном для индийского государства направлении. Я думаю, что за такими странами, как Индия, не только большое будущее, но и, безусловно, растущая роль в международных делах. Раз про удобрения речь зашла, я почему-то сразу вспомнил о Бразилии. Вот Игорь Гилов, где у нас там сидит? Вот здесь вот где-то. В Бразилии, кстати, мы договаривались о том, что и поставки удобрения будут нарастать. Но, к сожалению, чуть-чуть сократилось. Не знаю почему, может, из-за логистики. Там, по-моему, на несколько процентов сократились поставки удобрений. Так, ну он нас покинул куда-то, но неважно. Тогда я, собственно, спрошу, чего я знаю, он хотел спросить. А вот тут выборы у них вот на днях буквально. Мы как?
Лула, наверное, вернется. Вы же с ним в хороших отношениях? Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонаро. Мы не вмешиваемся в внутриполитические процессы. Вот это самое главное. Мы знаем, что в Индии, несмотря на острые политические, внутриполитические процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС, для нас это имеет принципиальное значение. Мы исходим из этого. У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке. Так оно и есть. И будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Владимир Владимирович, раз мы по БРИКС пошли, вот тут была инициатива буквально неделю-полторы назад, что Саудовская Аравия хочет присоединиться. Вы поддерживаете? Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС, но Саудовская Аравия – это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии очень большие планы, что очень важно, по диверсификации экономики. Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению. Это, я уверен, что они будут, имея в виду и энергию и творческий потенциал наследного принца, уверен, что они будут реализованы, эти планы. Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, и таких как БРИКС, и таких как ШОС. Совсем недавно мы определили статус Саудовской Аравии в ШОС, и будем развивать отношения с этой страной и в двухстороннем плане, и на многосторонних площадках. А сейчас вот на Западе пишут очень много, что Бен Салман из-за вас американцам хамит. Это неправда. Значит, Бен Салман человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить. И тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны. Вот и все. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию, и они будут отвечать тем же. Тем же будут отвечать и тем, кто им хамит. Так, Мухаммед Джавед. Да, а что касается нас, это вот, извините, пожалуйста, это полная чушь, потому что вообще и наследные принцы, и все саудовское руководство, они руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, значит, знаю, чем он руководствуется, так, он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной. Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей. Ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это. Это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот что важно. Вот наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет. То есть ему на шею тоже не сядешь? Нет, уж точно нет. Так, прошу. Thank you very much, Mr. President. I'm bringing a lot of respect and love from Islamabad, Pakistan. Director General of Pakistan House, Mohammad Athar Javed. You see, I really appreciate your comprehensive and very incisive analysis of the situation. My question relates to a very important factor. It relates to also the pre-Second World War, where Jews were demonized and then later ignored the plight there. Everything relates to them were ignored by the Western Europe and United States. And in the end, a horrible Holocaust took place. Now there is a hate syndrome generated about Russians. You mentioned about Denebasa, how the people were being treated.
And we have, I have witnessed myself in the United Kingdom, in the Scandinavian countries, there is a rise of neo-Nazism. And particularly, myself personally working on the project on this to assess the patterns. And what we have, we are realizing that it is actually serious. Number one, it's not being reported like the previous instances in the pre-Second World War. Number two, it's being like, I would say, like wash it away, washing away totally. That means there is a need on the part of Russia to protect, as you said, the Russian language issue with the Russians outside Europe, outside Russia, and also to try to implement a counter design against the new Nazis, rise of new Nazis. It's a very serious threat. And the last component of this is, in Ukraine, is the recruitment of non-state actors from across different regions are being reported, very credible reports, in order to initiate a full non-state actors brigade against to fight the conventional army to weaken the resolve. I think these needs to be addressed. I'd really like you to give your analysis because this is very serious. Europe is facing rise of neo-Nazism. Thank you. Вы знаете, мне кажется, что одна из таких серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание даже националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и к нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях. И невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами. Фактически одно и то же. Вот в этом, на мой взгляд, их такая большая проблема на самом деле. И поэтому, когда я говорю, в том числе нашим западным так называемым партнерам, вы посмотрите, что делается на улицах Киева, там других крупных городов, когда со свастикой тысячи людей ходят по улицам с факелом, там, с факелами и так далее. Да, у нас тоже возможно проявление неонацизма. Во всех странах он живучий, такая зараза живучая, но мы с этим боремся, а там на государственном уровне поддерживают. И это, конечно, проблема. Ее замалчивают, но она существует. И от этого никуда не деться. Потому что это есть. Ну, а сами сегодняшние ура-патриоты в Украине, ими движет не это, не интересы даже, не идеи национализма. Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках. И для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им Запада приказывают. А обертывая это в националистическую обертку и преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, у нас... Это я говорю об этом с... Ну, к сожалению, там, и потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Но разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они вот прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают, но это зараза национализма живучая, а то, что она завязана на неонацизм,
стараются или предпочитают не замечать. И это, конечно, огромная проблема и для самого украинского сегодняшнего режима, и для тех, кто их поддерживает, безусловно. Но мы не можем на это не обращать внимания и всегда будем указывать на это, в том числе как на одну из первопричин сегодняшнего кризиса.